Не знаю, включил опять запись, но тут все довольно печально. Наша команда в пятером отдается четверым, а доктам у них Хака просто прекрасен. Скачу. Дака, точнее. Отлично играет. Погнали. Отличные ганги в его исполнении. Просто уже не хватает у меня. Терпение. Ну там опять волна не волна. Все тогда. Мазон убивает. Аму надо убивать. Я сейчас догорю. О. Да. 2-6 счет. Меч качается. Просто уже на пофиг ломает. И меч один, главное, влетает во всех этих друзей. Погнали. Зачем он это делает, я вообще не понимаю. А чё она стоит? Она вылетела, что ли? Ну чё ты, Сим? Она вылетела, вон. Давайте, нагибайте, пацаны. У нас есть шанс. Мы только так и можем победить. Как гнари тупые. Пипец просто стоит, что-то ждёт. Там доктрина... Фу, доктрина, это Мойра просится. Убей меня, Сим, убей. Позорный бой вообще. Ужасно. Давай, амазонка, выстреливай. О, хак, как обычно. Молодец. Да, конечно. Просто лупит меня. Он разумный еще. Хотя вот так вот, если... Можно! Сучка ультанула меня все-таки. Син у нас разумный, поэтому он ждет до конца. До нашего. У них Мойра с лисой. Мой с лесой с одного, видимо, там интернета. Теперь мои стрелы найдут вас. Ну, видите, по лайнам на самом деле как все печально. То есть как нас пропушили. Я промахнулся. Быстро. Он Син опять там нашел кого-то. А наши леса подчистили. Печально встречаться с такими командами. И ну, просто иногда, видимо, фортуна на нашей стороне, что вот так вот происходит. А игроки отключаются.
Доктрина пошла наверх. Возможно, к амазонке. Она может ваншотнуть ее просто. Или меня ваншотнуть, например. Ну, пожалуйста, вот, да, доктрина сходила к амазонке. Скачу! На-ка, пойдем к доктрине. Боюсь, что она где-то... Вот она. Так, надо постоять вот этой грязючке. Скачу! Она, конечно, танкует. Ну, может, я сейчас боком это выйдет. Ну, док, ты, по-моему, сдались уже. Ну, потому что действительно, все-таки два человека вылетело. Может, даже флаги не поднимаются. Ладно. Так, что здесь за глиф может быть? Хороший какой-нибудь. О, стримало как раз. Как раз для меня. А, дракона забрали, ну молодцы. Что можно сказать? Да блин, с микростанами. Да пипец. Вы это видите? Опять она в меня ультанула. Великий бой. Рыжая амазонка, ну естественно. Идиоты на самом деле попались нам в команде. Вот как можно было стоять и бить Хаку, который под бафом дракона еще. Они молодцы, да, они втроем остались, но они все равно держатся. И очень может быть, что на самом деле сейчас пронесут. Нет, давайте уж посмотрим, как нас пронесут. Три докта. Пятерых одарнийцев. Одна башня минус. А, меч пошел. Кого он бьет? Просто идиот. Просто идиот. Вообще конченый. Почему на... Придурки, а? Слушайте, просто придурки. Реально, а? Слов нет. Все-таки они упоротые. И зачем им КТ? Вот зачем им КТ? Слушайте, я таких дебилов давно не видел, вот серьезно. Ребята, если вы смотрите это видео, все докты молодцы. А дарницы, которые играли со мной, ну вы просто дебилы. Ребята, вы посмотрите, что вы творите. Зачем вам кот? Он не дает никаких бафов. Ладно. Нет! Ну куда вы пош... Вы посмотрите, ну вы посмотрите, что творится. Доктрина может тупо ваншот. Син полез, а не с глазом. Ну вы посмотри, разошлись, вся команда разошлись. Они... Скачу! Цель!
Они просто идиоты. Вы посмотрите на этих дегенератов. Это просто, у меня слов нет. Амазонка, давай беги. Не подведу. Меч пришел. Амазонка врывается. Давайте хак убить, давайте. И куда вы отходите, да, блядь, дебилы? Давайте добьем все-таки баффера. Интересно, амазонка успеет слить? Она меня забрала, потому что она... Кто? Она рыжая. Ядрить по нотам. Она плюс 5. Она просто пойдет на пофиг уже. И она 29 уровня. Она просто... Я... Ну, серьезно, вот просто нет слов, и я не останавливаю запись только из-за того, чтобы показать этих ебланов у меня, блядь. Я просто уверен, они сейчас сольются против троих на 100%. Нет, я понимаю, конечно, то, что амазонка 29, фулл 5 плюс 5, фулл плюс 5, это очень печально, но я считаю, что... Если они сейчас проиграют, это заслуженный проигрыш. Блин, не добежал немножко. Не подведу. Погнали. Что они сейчас будут делать? Надо бить ГЗ. Где я-то, ёп? Нет, 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 я уверен, что сейчас сольют все. Да, слили, молодцы. Они даже кормили, по-моему. Меч где-то вообще тут обитает, непонятно где. Вот он, список дебилов, собственно, с нашей стороны. И список, ну, я считаю, достойных игроков. Хотя амазонка, на самом деле, она тащит только из-за своей мощи. Только из-за плюс 5. Она сейчас в соло пойдет ломать наш ГЗ. Может быть, ей это выйдет боком. У нее есть бессмертие. Сейчас придет хака. Я пошел ломать, короче. Мне пофиг. У нас просто не будет времени на остальное. Не подходи. А, по-моему, хака пошел ломать ГЗ наш. В обход. В обход всей команде. Син побежал куда-то, непонятно. Ладно. Я здесь постою, подожду. Син бегает, лайны отбивает. Ну, 30 секунд. В принципе, если лук не будет тупить, то это победа. А, если... А, хака вот он здесь. Ну?
Лук подбежал поближе. Смотрите, вот, вот он бегает вместо того, чтобы стрелять. Ну, ребят, вы, может, сделаете что-нибудь, нет? Лук. Это... Я считаю, что в этой игре победили докты. Немножечко, конечно, незаслуженно со стороны лука фул плюс 5. Вот я еще раз покажу его таланты. Просто тупо капитан оранжевый на фул плюс 5. Вот, эта мощь очень большая. Конечно, он вкачанный просто... А, и лук пишет, наш лук пишет, что с такими оленями не играл еще. То есть после всех его тупых выходок он еще и считает нас оленями. Ну хорошо, лук. Ну что ж, все равно поздравляю доктов. Молодцы.